Поэтому мне программа, когда вращение будешь делать, помнишь, да, то, что нужно резко закрутиться, не падать, ласточку тянуть и далеко не уезжай. Понятно? Бегом на программу. Такое впечатление, что ходить и кататься на коньках они научились одновременно. И хотя большинство из ребят еще посещает младшую группу детского сада, но уже серьезно занимаются фигурным катанием. Потому что он мне нравится, он красивый. И со сложными элементами, и красивыми платьями. Лера Пивнева вместе со своими сверстницами вошла в историю ульяновского фигурного катания. Она стала участницей первенства региона. Подобные старты в Ульяновской области еще не проводились. Их принял физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер», который в нынешнем мае отметил свое десятилетие. В родных стенах дети, как сказать, немножко психологически более раскованы, потому что все равно выезд в другие регионы. Детки некоторые больше стартуют, кто-то меньше стартует. Конечно, какая-то скованность, зажатость, нехватка вот этого соревновательного опыта. Все-таки не зря говорят, что родные стены, они все-таки помогают. Вот. Ирина Данилова работает в «Фоке-лидер» со дня открытия. За это время воспитала нескольких спортсменов-разрядников. Теперь результаты пойдут еще быстрее, считает наставник. Совсем недавно аккредитацию получила областная федерация фигурного катания, которая и организовала первый чемпионат региона. Правительство нашего региона всячески старается нам помочь и выделили лед для наших фигуристов, выделили часы бесплатного льда, часы бесплатных занятий с сухими тренировками, инструкторские ставки введены. Да, на этой базе мы проводим тренировки, получаем опыт, получаем разряды. В первом чемпионате Ульяновской области приняли участие около 70 фигуристов в возрасте от 3 до 15 лет. Победители выявляли в 10 зачетных группах. В самой сложной из них, среди фигуристок второго спортивного разряда, победительницами стали Ирина Мордовкина и Диана Тагирова. Мирослава Рагулькина и Михаил Туртыгин первенствовали среди самых маленьких. Михаил Саршанский, новости Ульяновской правды.